И настало время объявить призер. Третье место с результатом 450 баллов и временем меньше минуты, 54 секунды затратила на прохождение трассы Голованова Анна Игоревна. Поздравляю. И медаль, бронзовая медаль в атлетике. А также здесь присутствует наш спонсор или наш участник призов, протезное ортопедическое предприятие. И приз за третье место, карточка магазина «Спортмастер» на сумму 2000 рублей. Спасибо. Серебро у Куприяновой Алины Сергеевны. 48 секунд Алина Сергеевна потратила на прохождение трассы. Серебро. И карточка «Спортмастер» на сумму 3000 рублей. Асира, я попрошу бурные аплодисменты для нашего золотого медалиста Русяевой Татьяны Борисовны. Наше время реактивное, 38 секунд. 38 секунд, и трасса осталась позади у Татьяны Борисовны. Прекрасно. Что у нас в команде? Я думаю, что команда «Параплан». «Параплан», друзья, я так говорю, вы ждаете, получаете при командный кубок за победу в этом состязании. Город Дзержинск. Сегодня город Дзержинск. Победитель в этих состязаниях. Олимпийский команд. Замораживайте. Приветствую. И золото, и лично. И команда за сегодня. Спасибо! Всех участников еще раз приветствую!